Скульпторы со всей страны присылают макеты будущего памятника Дмитрию Бурыльну. Администрация города объявлен конкурс на лучшую работу. Варианты монумента разные. На одних Дмитрий Геннадьевич сидит, оперевшись на трость. На других стоит все с той же тростью, ведь с ней в последние годы жизни меценат не расставался. Почти все работы сделаны на основании фотографий, которые хранятся в фондах Музея промышленности и искусства. Прием заявок от скульпторов продлится до 27 ноября. А до Нового года власти и общественность должны будут остановиться на одном из вариантов. Когда вопрос с внешним видом монумента будет решен окончательно, мэрия подыщет подходящее для Дмитрия Бурыльна место. Сегодня у нас около 10 мест в центре города, именно в стороне, там, где, что называется, был посад. И проблема есть только с сетями, потому что где мы не находим место, начинаем разбираться, там у нас или водоводы идут, или теплосети, или кабеля. Поэтому сейчас мы определим и попробуем найти вот это место 2 на 2 метра, нам надо пустое в городе, как оказалось, очень сложно. И тогда уже будет принято решение, и будет вот по этому месту вписываться уже памятник, что называется.